Степные мотивы звучат в столице Казахстана. Открылся ставший уже традиционным фестиваль тюркской музыки «Астана Аркау». Он проводится 7-й год подряд. За это время участие в нем приняли около 500 музыкантов из различных стран тюркского мира. И в этом году в течение 3 дней на сценах Астаны будут выступать наследники музыкальных традиций Калмыкии, Кыргызстана, Татарстана, Якутии, Азербайджана, Монголии и других стран. Музыка представлена в различных жанрах, от сольной инструментальной до эпических произведений. В рамках музыкального перформанса зазвучат голоса десятков народных инструментов. Гиджа, кеманча, курай, дойра, гармонь, полная, а также древние казахские народные инструменты жетыген, сыбызгы, сассарнай, чертер. Впервые публика услышит древний турецкий инструмент баглам. Такое культурное событие, посвященное музыкальному наследию тюрков, в таком масштабе и в такой регулярности проводится только в Астане. Гости, приехавшие из-за рубежа, получили возможность под аккомпанемент ансамбля «Сазген Сазы» исполнить несколько своих и казахские произведения. Музыкальные инструменты, песни и произведения «Жыры терме», которые сегодня почти забыты, возрождаются благодаря «Астана Аркауы».